Так. Новая серия, и я думаю, гаубицами или пушками собою разбить. Пушки издалека стреляют, а вблизи картечью. Сколько у меня пушек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Аж семь. А пехоты раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Как раз. Между каждой пушкой будет пехота и на флангах тоже. Надо бы попробовать. Давай, огонь. Так, а тут можно как-то их порядок поменять? А, можно. Значит, о, не так. Генерал, ты вообще тут можешь не приходить. Так. Быстрее придет. А вот так, значит, можно порядок прихода подкреплений. Да. Челоконица, потом чуть кто-то подойдет. Так, потом еще куча чего, гренадеры. А потом уже, если что, надо будет и гаубицы. Так. Те, которые в городе, пусть там и будут. Я думаю, пушки картечью перебьют всех. Пехота еще. Издалека конницу перебьем, а потом пехоту, я так думаю. Начнем сражение сразу. Загрузится. Да, загрузка долгая, но что ж поделаешь. Придется подождать. Так. Погода хорошая, хоть и вечер. Так. Что же, забор этот мешать будет. Здесь холм. Значит, так, пушку сюда, пехоту сюда. Так, значит,
пехоту сюда. Пушку сюда. Пехота сюда. Там пушка, это раз, два, четыре, третья. Сюда. Так. 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 Гренадер, гренадер. Батарея. Батарея. Один в резерве. Кирасиры пусть. Ага, тут еще и всякие холмы. Ладно, на фланге пока. Это стрелковая кавалерия тоже где-то здесь пусть будет поблизости. Чего она выше будет стрелять? Генерал тоже где-то здесь. Так. Построили войска. Далеко. Или где тут оно? Попали, попали. Так. Совое. Вот так идешь. Ну что ж, ждем, когда подойдете. Конница. Не стреляете вообще? Нет? Нет, не стреляете. А почему? Не мешает уже стрелять. Да, огонь. Отступают, хорошо. Следующий на очереди. Есть. Так. Чтобы по своим не попасть. Выдержим.
поставить. Оп, давайте я немного тут. Ой, туда. Сюда перенаправлю вас. То по своим будете стрелять. Давайте. Давайте, давайте, так. Швейцарский пехотный полк есть. Так, что здесь все? Так. Так, хорошо. Продолжайте. По чуть-чуть. Так, это какой? Это вот этот, значит. Еще нет. Вот здесь, значит. Да. Нет, он встает. Так. Сюда. Порядок, отступают. Сюда огонь. Сюда. Сюда. Да, нет, сюда лучше. А, нет, лучше вы тут ближе. Так. Так, я так сверху смотрю, надо контролировать все участки.
нельзя допустить до рукопашной. Конница. Перекрыть. Я и забыл про этих. Пушки, картечь, что они не стреляют. Огонь. Пол мешает. Так, эти. Ядрами огонь. Порядок. Так, это уже достанет. Достает. Так, все, кирасиры справились. Город, так что преследовать нам не надо. Дальше. Позиция. Следующих. Зачем они в кары построились? Шконец не посылал в атаку.
Так, все. Первая армия разбита. Теперь идем подкрепление второй. Я не знаю, там третья у них была. Генерал. Уничтожен генерал. Порядок. Еще и залпом добили остальных. О! Что это? Провинциальная конница. Кавалерия. Ничего, теперь пушки со всех сторон под разными углами будут стрелять. А вблизи уже мушкетеры залпом забьют. Всем батарей пушек. Огонь, огонь. Так, кто там идет? Это красная. Савойские ветераны. Дерево какое-то, как будто дирижабль. Ствола не видно, а только верхушку. Ну да. А, огонь по ветеранам. Много еще пехота, здесь пушки тоже. А это еще один генерал. Разберемся с генералом. Следующее. Оно близко уже. Надо бы. Вот вы двое. А вот где картечь. А, отходит. Так, а ну, где тут пушки были? А, вот они. А что я не достаю? 12-фунтовые. Сюда попадем кто-нибудь.
приходят, а я не вижу. Тупят артиллеристы. Ничего, так. Перейти. Это где? Я продевал. Конница прорвалась, а я продевал. Сюда уже. Ничего, гренадеры бегут, и эту армию разгромим. Все, картель достает. Так, а может, и это достанет? Все достают. Порядок. Заряжайтесь хорошо. Главное, чтобы не тупили, стреляли. Все, отходят. Сюда. Что вы по краю стреляете, надо в центр. Все, отходят. Добиваем, чтобы не вернулись. Порядок. Будете? А чё они тупят? Конкретно ж целюсь. Ладно, пусть так и стреляют. Так, хорошо. Хотя стрелять, когда я целюсь.
именно в отряд. Вообще. Но внимание на приказы. Один только расчет стреляет и все. Огонь туда. Возвращаются. Чего же вы не слушаетесь приказов? Что это за баг такой? Пока не переведу вас на по земле целиться. Даже не заряжались, сволочи. Цельтесь. А ну. Нет. Даже не заряжались, ну. Целиться же не хотят даже, ну вообще. Ладно. Отступают. Так. А ну.
Огонь по генералу. Порядок, выманили генерала на атаку. Выманим эту конницу. Порядок. Что там у меня? Вернулись некоторые. Ну, пушки, огонь. Это еще кто? Генерал недобитый. Так, еще генерал убит. Хорошо. Ждем следующих. Да, две армии — это долго. Так.
Так, это вот это. Так. Добиваем. Стоп. А, вот так. Ой. Кстати, сколько тут артиллеристов? 32, ну нормально. Конница сверху стреляет. Хорошо. Ой, не так. Хотел посмотреть, как оно сверху. И вот так. Огонь. Непослушные какие. Так, а чё эти не стреляют? А, вот все. Сбоку надо было целиться, понятно. Огонь.
Ну, много еще вас и будет идти. Так, ну это недобитые, а целые. Или все, это последние. Пушки стоят, ждут чего-то. Здесь это кто? Провинциальная кавалерия. Кто-то наступает еще. И одной армией разбил. Да, хорошо, что взял пушки, а не гаубицы. Гаубицы просто перезаряжаются долго. А здесь просто наступали как бы по всему фронту. Сама первая армия, было бы трудно и туда, и сюда стрелять. А так пушки вот по ближайшим стреляли. По ближайшему противнику стреляли пушки. Уже не надо. Хотел на картечь перевести, да уже отступают. Так. Давай сюда, а вы уже сюда, а вы тоже сюда. Все. Кто-то еще картечью. Огонь. Не достаете. Где конница делась? Тоже осталась пехота моя. То есть остались, ну да. Да не осталась пехота моя только. А пора уже пехоте моей идти в атаку. Хватит. И наступаем уже. Так, сюда пушки не достают, просто мои. А, так здесь нет рогаток. Значит, вперед на пушки. Прямо
на артиллеристов. Разломали. А так оно ломается, оказывается. На легкой сложности. На средней сложности. На легкой не знаю. Или это кирасиры могут такое делать. А гусары нет. Все. Больше нигде нет. Завершаем. Фух. Да, пушечная картечь решила исход битвы. По сравнению, сколько было, сколько их, и сколько потерь. Хорошо. Ну, сейчас сколько пушки? Одна 800, другая 8770. Вот это сколько? Порядок. Так. Это где-то здесь. Ага, вот можно изучать, потому что... Нет, это вообще так долго. О, это быстрее. Это хоть чего? Так, доп. Доход. Ладно, нужен доп. Доход. Так, ну придется здесь постоять подольше. Здесь что-нибудь отремонтировать можно? Ничего нельзя. Так, а чё эти? Вроде подкреплений не было. Ладно. Бунтовщиков этих надо разбить. Так, а ну... А ну, если вас вывести... О, зашли. Теперь порядок будет. Второго бунта уже нет. Вы, значит, здесь будете подавлять бунты. С пиратами еще война. А мне интересно, что это за портрет такой. Дирк де Кордес, Дон Адмирал. Так, у них кто? В общем, все противники. Ну, хорошо, не буду с ними пока мириться. Это я видел. Швеция на-то протеста, да. Знаю. Так. Австрия. Союзники Британия только. Ладно. Ага. Нанял кирасир, пусть будут пока. Так. Конец хода. Сеньор, ты не уйдешь, комиссар. Так кто? Австрия? Знаешь, куда ничего, даже разговаривать не хочу. Требуют они области отдать.
Да, технологии изучать надо. Военная технология, так, Швеция. Все равно бунтуете. Так, здесь маленькое можно. Степень дронисы, а выше плюс. Ага. А здесь тоже минус. Так. Надеюсь, как-нибудь продержаться. Так, здесь теперь ремонтируем. Пополняем. Хватило денег на пополнение и все. Ремонт, ремонт. Сирия. Так, хорошо. Смотрим, торговля. В Ирландии заблокирована. Почему-то торговля. Прибыли чуть больше. Проверяем. Так, больше ничего не за. Ах, да. Вот ладно, уже потом. Надо галеоны строить срочно. Так, а сколько у Франции городов? Мюнстер, Вюнтерберг. Так, стоп. Давай тут наблюдай. Хорошо. Армия. Хорошая армия. Так, а на это денег не хватило на ремонт, ладно. Так, у меня там флот. А, это для порядка веду. Здесь армия. Хорошо. Posso ajudar em mais alguma coisa? Так, надо же вернуть как-нибудь американские колонии. Так, ну это ж восстание мы подавим. Ура! Ура! Мерса! Так, дальше. Ямонт. Там дело, сколько тут 9000 на ремонт надо. Ух ты. Ладно. Так, где тут? А, это не мое уже. Так, где тут? Это где-то здесь было.
Ага. Галеоны нанимаем. И будем торговать. Сеньор, а что за ордой? Так, еще погуляем тут. Здесь уже бунта не будет, а здесь разберемся. Инициару, сэр! Нигай нужен сра! Так, порядок. Нет. Я уже ни с кем ни с чем не соглашаюсь, если я отдавать территории. Так, хорошо. Бунта не будет. Кстати. Не, вот это. Так, прибыли мало, но... Никаких бунтов. Еще надо подождать. Тоже можно. Азербайджан можно. Сирия можно. Налогами откладывать уже. Какое-то что такое. Ереван, Армения тоже. Так, вот это что такое вот. Гермаландия тоже можно. Вот. Я ж понизил. Странно, что-то тут. Здесь нет вообще войск. А здесь есть, а здесь тоже нет. Пусть это порядок наведут. Так, здесь Пьемонт. Ой, Пьемонт, Пьемонт. А, так тут уже... Ага. Скоро порядок наступит. Так, а проверить. Ой, блин, оно стоит и не изучает ничего. Консервированные продукты. Вот так. И здесь... Это такое вообще доходное, все расходы. Так, пусть тогда изучает. А, 9000 надо, господи. 9000. Ладно. Подождем. Так, а здесь ничего не заблокировано с кем-нибудь. Еще союзников-то.
Народы три у них союзника, а у меня что, враги? А, пираты. Враг своего союзника. А, они враги моего союзника. Кто у них там противник? Испания. Вон оно как. Так, а я ничего-то не врублюсь. Торговать можно с вами? Не хочешь, не надо. Этманат. Курляндия. Просто предложу поторговать. Нет, это вообще кто? Понятно, кто вообще? Не хотят. И не надо. Так. Пойду здесь. Надо ж ремонтировать. Войска пополнить. А здесь уже порядок. Можно дорогу построить. Так. Где тут граница? Вот здесь. В случае чего на Москву пойдем. Так, моголы. Интересно, как. Моголы в Европе. Так, дальше. Австрия войну объявила. А ну если я не буду никого просить о помощи. Так, противники. Ага, понятно. Разберемся с вами. Ничего, отремонтирую. Это даже очень кстати. Я думал, как же вам объявить войну? А вы взяли и сами объявили. Так. Так. Ну что ж, выжгем вас гаубицами. Ну, сражение уже в следующей серии. Всего доброго.